около станции Кузнечная. Напротив всякие лодочные станции, где люди хранят свои лодки. Андрей, сотоварищ, хранил здесь когда-то свой катамаран. А это одна из платформ для загрузки щебня. Уже заброшенная. Вот там еще действующая. Там грузят щебенку на баржу. Так, вот моя палаточка. Мясорубка, конечно, есть, как везде. Вот там, вот отсюда не видно, стоит мой велик.